4 сельхозорганизации и 2 фермерских хозяйства Коми прошли конкурсный отбор и получат субсидию для мелиоративных работ – 18 миллионов 200 тысяч рублей. Благодаря финансовой поддержке работы пройдут на 233 гектарах. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба. Субсидия выдается по двум направлениям. Это ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях, включая разработку проектно-сметной документации на проведение, и культуротехнические мероприятия на сельхозугодьях, которые включают в себя расчистку земель от деревьев, травы, камней, выравнивание и первичную обработку почвы. Отмечу, что эффективное использование земель сельхозназначения, особенно в республике, зачастую невозможно без мелиоративных мероприятий. Чтобы максимально обеспечить хозяйство качественными кормами, аграриям необходимо более активно заниматься мелиорацией. Правительство Коми заинтересовано в закреплении квалифицированных кадров на селе, добавил Владимир Уйба. Один из инструментов поддержки – это субсидии для специалистов и рабочих кадров аграрного сектора, так называемые подъемные. Специалисты получат 500 тысяч рублей, рабочие кадры – 300 тысяч рублей. Подъемные выплачиваются сотрудникам организаций, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, а также работникам фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребкооперативов. В этом году денежную выплату получат 54 агрария, им предоставят субсидии на 5 миллионов 800 тысяч рублей.